Образовательные учреждения Одинцовского округа на низком старте. Они все готовы к началу нового учебного года. По словам главы, с 2020-го в так называемой «красной зоне» в этой сфере мы никогда не были. В «зеленой зоне» оказалось 18 школ муниципалитета. Для их поощрения губернатором объявлены гранты. Вчерашним еженедельным совещанием губернатора было объявлено, что школа «зеленых зон» получит гранты, а их педагогические команды – ежемесячные доплаты. И для учителя эта сумма дополнительной премии будет варьироваться в пределах 10 тысяч рублей. Одним из главных нововведений этого года станет организованный в Одинцовском округе муниципальный комбинат питания «Доброе кафе». По распоряжению главы, система общепита образовательных учреждений будет полностью реорганизована для улучшения качества еды для детей. С 1 сентября этого текущего года и учебного года начинает работать комбинат питания «Доброе кафе». Поэтому особое внимание при приемке уделялось комплектованности технологическому оборудованию в общеблоках. Была закуплена столовая посуда и инвентарь на средства округа. Особое внимание должно уделяться и безопасности. Обновлена разметка рядом со школами на 77 пешеходных переходах. В День знаний на линейках будут максимально задействованы сотрудники правоохранительных органов. В День знаний дополнительно проведены инструктажи с администрациями школ, сотрудниками охраны, выставлены группы быстрого реагирования. Вчера на регулировочном совещании управления образования еще раз была подтверждена информация от сотрудников полиции и МЧС, что у нас на каждой линейке, Андрей Ильич, хочу особо отметить, полиция изыскала средства, будет сотрудник полиции. Торжественную линейку в Обведенской школе откроет глава муниципалитета. Этим летом здесь прошел капитальный ремонт всего здания. Работы завершили ударными темпами, и полностью обновленная школа откроет свои двери для ребят 1 сентября. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».